Для любителей и знатоков театрального искусства скоро откроет двери Всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Ведущий актер театра драмы Владимир Гальченко уверен, этот театральный форум уникален. Здесь показывают спектакли не по пьесам, а по романам и повестям. Для режиссеров и сценаристов это сложная работа. Все, что происходит в душе человека, связано с тем, что происходит в мире, в стране, в нашей жизни, радостного и не очень. То, что нас волнует сегодня. На эти вопросы должен или отвечать театр, или хотя бы их задать для того, чтобы мы вместе подумали о чем-то очень важном. Самарский фестиваль русской классики полюбили театры двух столиц, а также всей европейской части России. Тамбов, Казань, Липецк, Пенза, Ульяновск. В этом году ждут новых гостей из Арзамаса и Тольятти. Самарские театры в стране не останутся. Свой спектакль покажет вне конкурса организатор фестиваля «Театр камерная сцена». Нравственной сутью всех показов будут традиционные российские духовные ценности. Фестиваль способствует развитию художественного вкуса, пробуждению в зрителей интереса к русскому языку, литературному классическому наследию, шедеврам русской словесности. Это получается фестиваль не только театральный, но еще и литературный, потому что нужно написать инсценировку по прозе сначала, а уже потом поставить спектакль. Дело непростое, поэтому не очень многие за это берутся, и в связи с этим у нас фестиваль в Самаре один единственный в России. Из 9 спектаклей 7 комедий. Оценивать работу театров будет независимое московское жюри. Председатель Элеонора Макарова, руководитель кабинета критики Союза театральных деятелей России. Номинаций несколько. По традиции, конечно, выберут лучшего актера и режиссера. Победители фестиваля в 8 номинациях получат бронзового «Арлекина». И это не случайно, ведь фестиваль проходит в театре «Камерная сцена», символом которого и является «Арлекин». Литьем бронзовых 30-сантиметровых статуэток занимается один из лучших скульпторов Самары Николай Куклев. Готовится к фестивалю и самарские театры. Спектакли пройдут с 8 по 13 ноября в двух местах. Это площадки театров «Камерная сцена» и «Самарская площадь». Зрители ждут на премьеры в 18:30 по будням, в выходные в 18:00 вечера и в полдень. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.